Даром, даром. Даром, Евангелие берите даром. Пока осталось, конечно. Евангелие. У меня то уже срывали. Да. Конечно. Да храни вас Господи, мой хороший. Храни вас Господи. Евангелие берите. В честь воскресного дня. Евангелие даром берите. Евангелие даром. Вот я не знаю, мы хотим еще вчера скоро. Я бы если сейчас туда отвезу, закончится все. Евангелие даром берите. Все, что вы даром говорили, все так случилось. Скажите, пожалуйста, это не могли установить диагноз, когда нас там долго ждали, потом вот что-то аутоиммунное, что-то. Даром Евангелие. Но иммунитет, наверное, аутоиммунное. Это лечится, это иммунитет хороший был. Еще без красного. Даром Евангелие. Я вчера весь день там была. Лекарство выписано, да, надо брать уже и наш талант. Вот еще гранатовые булки отварите, напоите вес. Вместо воды вот это вот давайте. Что для связки, не просто для лекарства, а еще надо и это дала мне это какие-то трава на забыла. Они, знаешь, вот такие черники, как не ягодки, а прочие трава. Не черита, а другая какая-то, она же мне сказала. Мы вчера немного дали, а свои сады уже. Самое главное, воду не пьет. Она-то, Анька ей вот это, она, знаешь, гранатовые булки боятся нечего. Для чего? Там на раунде, для чего? Все, 3 килограмма ребенка потерять, она уже не может стоять. И вот все, ничего, это самое. Анька говорит, завтра своего врача возьму. Я с пушкой. Евангелие бесплатно. Вот кашель, говорит, еще кашель. Братья же, спасибо. А давайте еще вас внимание. Будете вчера же привезти. Вчера и... Рисунь, кажется, нигде нет. Несколько книг параллельно. Да. Это помощником нашим. Хорошо. Поставим еще. Отварили этот рис. Она уехала куда-то, Мария. Вот сейчас мы хотим, там покупаем. Кажется, мы откупили рис. Яблочки что-то нет. Евангелие. Ты найдешь такой хороший рис купить. И это провали как следует. Мы и провалили, и этот, вот этот. Крупно. Ну, там непонятно. Там сидите.
Да. А что, интересно это. Передается. Самое главное, воду не пьет она. Представляешь, мы уже вчера якорь немножко сладенькое сделали. Вот она попила. Нет ни одного человека, кто... Они же от безбожения уколы-то делали. Честно, я знаю человека, который искал хоть одного, чтобы все. Оно же не лечило. Это потому, что язык не живой. Девушка, кидайте, пожалуйста. Язык не живой. Не думай, не разговаривай. Язык хороший, красивый, церковный. Когда читаешь молитву на церковном, она молитва. Если ты на русском переведешь ее, это просто так. Сотрясание воздуха. В смысле, если не понимаешь, толку нет от этого? Аня вчера уже позвонила. Почему не одна Коля нас позвонила? Аня вчера позвонила. На этом, на проспекте тоже есть. Евангелие. Она позвонила. Говорит, вы лечили вот так здесь. Нет, самое. Вот есть к вам. Она говорит, мы не возьмем. И стой, потому что не кипась. Так, как сказать. Не вылечили. Да, она обязательно, может, да. Так, пожалуйста. Тогда спасибо большое. Господь говорит, идите, проповедьте Евангелие. Надо задавать. Спасибо. А почему это не примут? Не примут, потому что в одну жалобу потом. У вас недолично вы сюда будете. Так сказали. Вы что, в сад поедете? Да, вон. Я хотела, чтобы вы там все, чтобы подавать картошку. У меня там, если я не поеду, как сейчас по состоянию. Сейчас не опять, я вчера везет пришла, а тут я не стоп. Вот сюда и воду не пьет, она еще лицо, она уже... Не, все уже хлебные здесь, там уже наорался. А сегодня каша как начала защипать. Ужас. Сейчас надо еще и вам вот это в интернете. Вот с такой болезнью сталкиваться, как-то не интересно. Пусть да, там есть отзывы. Евангелие. Вот врач, что он говорит, самый хороший, она, они это, теперь вообще не знают. Там через 8 часов надо это лекарство. Вот это кушать. Там жидкость какая-то здесь вода. Вот они, я говорю, все, ну, представляешь, все жопы уже красные. Поэтому мазим, мажем, подсох и подмазать. Она помнит все. Она ноет, ноет. Ужас. Ну ладно, давай иди. Я не знаю, как это. Я привычно практически там картошку, у меня в мешке стоит, продвижу, потому что у меня... Евангелие бесплатно. Пошли. Давай сумку. Ну-ка, это тяжело, что ли? Сумка. Ключевые, это я тебе говорю, где-то ящик-то есть от этого. И там бак. Вот такая подсказка. И там ключи. Ты, если ты хочешь, это одну себе возьми тыкву, там три тыквы, четыре. Нет, так же, вот, не на грядке, а не в этих придворе, домики. Даром. А что они там будут? Одну себе возьми. Не знаю, ладно. Вот и дома тогда будет. Даром, в Ивангеле. Я позвоню. Когда позвонишь, я, может, приду. Это вот те, которые раньше там, в общем, картошка, ну, как на... Да, да. Там, батюшка, вот, батюшка, там вот дырочка такая, батюшка. Я боюсь, картошка. Она в мешке, и рядом в пакете стоит тоже картошка. Да, конечно, возьмите. Вот тыква. А что там еще? Конечно, возьмите. Еще, по-моему, традиционный, да, ты надо сюда. Евангелие бесплатно, сколько будет? 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 Сколько будет?
Ну, я ему пока... Вы ему дайте, да, пока и скажите, что если не надо... Сколько у вас? Пусть скажет, сколько надо. Хорошо. Да, и... А вы завтра не будете вечером? Нет, или в понедельник утром? Воскресенье, да. А у вас телефон? Ничего нет? Ладно. Я вам хотя бы можно написать. Ему передать и все. Вот там бумажка будет. Пойдемте еще. Сиди. Это я на школу взяла. Он тогда, он говорит, что тебя готовит, что ты не обедаешь. Сейчас у меня номер телефона. Ну, конечно, ему там как раз не набрать. Слово Божие, ему будет судить Бог. Голову покрывать и этот платок не забудьте одеть. Служба еще не кончилась теперь? Новая сейчас начинается, две службы. Девять? Да. Они нам дали, вот нам дали, пошли. А мы потом взять, а? Ну, нас уже не будет. Я ищу, ты меня ищешь, да? Молодец. У меня дома есть, и так вот, с деревни привезла, и такое есть. 1900 года, тут конечно. Ну, как она даже важна. Очень удобная. Евангелие возьмите даром. А вы что кушали в этом? Вы из дома взяли, что ли? Даром его не дали. Вы же не брали? Нет еще? Евангелие наше всегда. Под корм поставим.
Ну что теперь? Возьмите Евангелие, там крупный шрифт. Я бесплатно. Евангелие даром возьмите, пока есть. Может близким дать, да. Надо всегда в запасе иметь. Евангелие возьмите даром. А мне уже дали. Может кому-то нужнее. Ну вот, собственно, верующих должны иметь дома всегда, чтобы можно было людям дать. Сибирское благословение, Москва, благословение патриарха Кирилла. Спасибо. Там еще и семья идет, да? Даром Евангелие возьмите, пока есть. Девушка, девушка, ты там платок возьми слева, одень его, плотни заходи прямо. Там может быть плотнее, покрытое должно быть. Евангелие возьмите даром. Даром Евангелие возьмите. Подарок. Крупный шрифт. Евангелие бесплатно. Евангелие, Святую Евангелие возьмите даром. Даром Святую Евангелие возьмите. Крупный шрифт. Возьмите крупный шрифт. Даром Евангелие возьмите. Евангелие бесплатно. Тем более, что...
купили даром, возьмите. Крупный шрифт. Это сложно второе? Да, сейчас на вторую. Евангелие может быть. Да. Слово Божие. Давай. Даром. Возьмите даром Евангелие. Даром Евангелие возьмите. Святой Евангелие, Слово Божие, Священное Писание. Ну оно Евангелие, Евангелие. Синодальный, нет, синодальный перевод. Они и сектанты пользуются на каждом, но сектанты сидят. Мы имеем толкование православное. Евангелие возьмите с даром бесплатно. Близким дать. Евангелие даром. Большой шрифт. Даром, да. Конечно. Это самая важная книга. Единственное руководство. Все еретики не излагались только на основании Писания. Все ереси, которые возникали против церкви, они излагались соборами на основании Писания. Потому что больше ни к чему нет авторитета. Так ты каждый думает как по-своему что-то, да? Да. А когда обращаешься к душе, Пока я иду, почему я не волнуюсь? Я тоже. Я Людмила.